На конкурс дети читают стихи. Литвинов Владимир, 11 лет, город Санкт-Петербург. Станислав Гуляев. День Победы. Увы, не часто встретишь ветерана, дожившего до современных смут. Немалые года, былые раны уводят их на самый высший суд. Прошедшие дороги всех режимов, они вершат торжественный парад. По памятной брусчатке, на машинах, они пешком, как много лет назад. Когда сжималось время под прицелом, когда грозила вражья кабала, и был приказ, и Родина велела, и падал пот в морозный день щела. Сумеет ли найти в своих аналах иной народ такие времена, когда на неприятеля вставала единым фронтом целая страна, а тут живьем, проснувшись с позаранку, участник на трамвай идет, спеша и не вмещает орденские планки, за модой не угнавшийся пиджак, прищурившись от утреннего света и с палочкой, куда же без нее, идет солдат, держа в руках победу, нетленное наследие свое.